Приступаем к сборке детского спортивного комплекса. Откройте коробку. Разложите на полу составные части ДСКМ. Откройте пакет номер один с пластиковыми деталями. Найдите нижнюю полулестницу. Ее верхняя часть обжата. Вставьте верхнюю полулестницу в нижнюю. Возьмите болт М8. Наденьте на него шайбу и пластиковый корпус. Зафиксируйте соединение с двух сторон. Плотно затяните гайки. Наденьте заглушки. Берем деталь балка и прикручиваем ступени. Возьмите болт М8 на 65. Наденьте на него шайбу и пластиковый корпус. Зафиксируйте соединение с двух сторон. На торцы балок надеваем заглушки. Берем полухомут и надеваем его на верхнюю часть балки с обжатой стороны. Берем второй полухомут 25. Надеваем на гриф таким образом, чтобы рукоятки смотрели ручками вверх. Совмещаем отверстия на полухомутах с отверстиями на грифе и балке. Берем болт, фиксируем гриф через полухомуты на верхних балках. Закрываем колпачками головку болта и гайку. Берем кронштейн, прикручиваем его к балке. Возьмите болт М8 на 55, наденьте на него шайбу, зафиксируйте соединение с двух сторон. Наденьте колпачки. Берем катушку-клипсу. Устанавливаем, зафиксировав на отверстии от проворота. Соединяем кронштейны с верхней полулестницей. Фиксируем болтами М8 на 55 с гайкой М8 и шайбой 8 с двух сторон. Проверяем затяжку и закрываем колпачками. Устанавливаем кронштейны на нижней полулестнице, на второй ступени снизу. Используем болт М8 на 65 и шайбу 8. Закрываем колпачком. Приставить комплекс к стене. Разметить карандашом 4 отверстия. Убрать комплекс. Просверлить перфоратором 4 отверстия глубиной на 5 мм больше длины анкерного болта. Приставьте комплекс, вставьте анкера и закрепите на стене. Наденьте колпачок. Закрепляем навесное оборудование. Соединяем шнур с кольцом через фиксатор. С другой стороны шнура делаем петлю и соединяем с другим фиксатором. Навешиваем петлю в верхней части шнура через катушку-клипсу. Делаем узел через фиксатор и крепим кольца на верхней раме.
трапеция. На верхнем конце шнура делаем петлю и соединяем фиксатором. Берем скобу, надеваем ее на катушку-клипсу верхней рамы. Берем канат, соединяем со скобой, совмещаем отверстия и вставляем ось. Вкручиваем винты М6 с двух сторон и затягиваем.